16 тысяч тонн мусора собрали жители Жамбылской области с начала экологической акции «Таза Казахстан». Они еженедельно принимают участие в эко-мероприятиях и убирают общественные места. Чище и зеленее стало в парках, скверах и на исторических объектах. Сегодня генеральную уборку провели на побережье канала Сенгбая протяженностью 5 километров. Представители различных организаций расчистили часть водоема и прибрежную территорию. Собрали больше 200 мешков мусора. Возле канала расположены многоквартирные дома, поэтому не исключено, что засоряют каналы сами жильцы, отметили участники. Акция «Таза Казахстан» прошла во всех районах области. С момента ее старта в ней приняли участие свыше 700 тысяч жителей региона, в том числе руководитель городского отдела занятости и социальных программ Гаухар Ожабаева. Поддерживаем эту акцию, призываем всех граждан города присоединиться к этой акции. Это наш любимый город, наш Казахстан. Пусть у нас будет всегда чистота. Данные акции формируют экологическую культуру населения. Самое главное, мы воспитываем нашу молодежь жить в чистоте, не курить, не сорить. Как мы говорим, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому с малых лет мы должны воспитывать эту экологическую культуру.